Федор Дмитрий, менеджер отдела продаж компании Проект 101. Но в основном я музыку слушаю. Поскольку на телефоне нету таких возможностей на всю квартиру, поэтому я через телефон подключался к колонке и уже с помощью колонки наслаждался музыкой. Качественное отличие в том, что она является еще и подставкой. На нее можно поставить мобильный телефон, ну это в случае, когда прослушиваешь музыку. В случае с просмотром видео удобно ставить на нее планшет. Не нужно, то есть, никаких там, держать его там между там, ног, там, на коленках, там, как обычно все это происходит. Вот она так стоит, как подставка, на нее ставишь. Если ты ее переворачиваешь, то ее можно зафиксировать на ноутбук. Тоже тестировал. И на телевизор не пробовал, честно говоря, потому что он у меня вплотную к стене, и мне не зафиксирует. Ну, действительно, это очень удобно. Это вот такой основной момент, отличающий эту колонку от остальных. Ну, скажем так, не настолько продвинутый пользователь всех вот этих гаджетов, что прямо там отслеживать качество звука, там прислушиваться, там какими-то тестерами пользоваться. Но в целом сам звук меня устроил. Я как вот, если громко, то хорошо. Если нет каких-то фонов, там басы, там ничего не трещит, то это уже хороший звук, на мой взгляд.